Жнівінські зустрічі зібрали в стінах виставочного залу на Советской плеяду молодих художників із Бреста, Мінська, Полоцька, Вітівська, Гродно. Этот вернісаж став творчим дебютом в качестве організатора і куратора для берестейского художника і мольера Петра Кузьмича, по словам которого, работы для экспозиции собирались и тщательно отбирались на протяжении нескольких недель. Охотно отозвались художники на эту выставку из Минска. Молодцы. Да, активно. Больше 200 работ было представлено на экспозицию. Мы только вместили 130 работ, где-то так. Очень много было желающих. Порядка 150 работ сегодня украшают стены ведущей Брестской галереи искусств. Несмотря на название, в составной части которого присутствует слово «август», символизирующее зрелость и опытность, вернисаж в буквальном смысле слова пропитан новыми веяниями и мыслями. Он – эксперимент, творческий поиск. Именно это и отличает выставку от своих предшественников – экспозиций состоявшихся художников. Мастера кисти из разных уголков Беларуси уверены, в таких свободных от рамок и стандартов мероприятиях сегодня они нуждаются как никогда. Важны в первую очередь, чтобы показывать себя и видеть в глазах других людей какую-то заинтересованность. И то, что ты делаешь это не в угол просто работы складируешь, а то есть они для этого и создавали, чтобы люди созерцали их и как-то по-другому смотрели на жизнь, по-другому ценили ее. Вот эти выставки, они бесценны, потому что это идет обмен опытом. Потому что здесь представлены работы и брестских художников, и минских. Я представляю Полоцк, да. То есть в дальнейшем, если будут работы еще там в других областей, это будет взаимообмен, потому что мы живем в каждом своем городе, мы, по сути, все равно варимся в своей среде, в своем соку. И когда приезжают выставки, причем именно сборные выставки создаются, их очень тяжело делать, это действительно так. Но когда они создаются, то есть ты видишь свою работу рядом с работами других художников, и ты вот не то, что ты понимаешь, куда тебе расти, да, ты видишь от отличия, и это прекрасно. Вернисаж пробудет в стенах выставочного зала до 1 сентября. За это время с ним успеют ознакомиться сотни брещан и гостей нашего города. Уже сегодня организаторы задумываются над тем, чтобы такие мероприятия были традиционными и стали хорошей стартовой платформой для молодых начинающих художников.